Весь год на национальном телевидении при поддержке Министерства культуры Чувашии проходила викторина «След в истории». Она была посвящена памятным местам, историческим событиям и людям, внесшим особый вклад в развитие нашей республики. На днях прошло награждение победителей. К нам пришло немало писем с правильными ответами, но викторина есть викторина. Победителями стали только те участники, которые прислали ответы первыми. Дипломы и ценные подарки получили самые активные и внимательные жители нашей республики. Когда я отвечала, так легко и так увлекательно было, столько всего нового находила, что впредь я буду призывать всех к этому. Это очень увлекательно. Нужны такие конкурсы, я считаю. Все передачи очень интересны. Давно я эту передачу смотрю. Вот давно. Вот то, что вот там сухой мужик, это пашет землю. То, что там хоровод вышли, тоже вот тоже все интересно. Я говорю, как бы это записывать все? Все нам понадобится. Теперь у нас уже без электроники ничего, без мультимедиа мы уроки не проводим. Это все понадобится в жизни школы. Тем более сейчас учителя очень много требуют. Сейчас везде участвовать должны мы в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Мы благодарны всем участникам телевикторины, оставившим след в истории и республики, и национального телевидения. Полная версия финальной программы на нашем канале в 20 часов.